Значение хлеба и хлебобулочных изделий в питании человека действительно трудно переоценить. Хлеб содержит много жизненно необходимых пищевых веществ, таких как белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные соединения, пищевые волокна. При ежедневном потреблении хлеба человек может полностью удовлетворить потребность в пищевых волокнах, наполовину в углеводах и витаминах группы В, солях железа и фосфора, и на треть в белках и калориях. Хлеб – это тот продукт, который, конечно, незаменим. И, наверное, самое главное, если касается хлеба, который производится на 10-м хлебозаводе, это продукт производится по классическим технологиям, которые применялись всегда. Сегодня это процесс брожения, это опара, это закваска, это тесто, это процесс брожения и выпечка. Ну, если рассматривать, наверное, сам хлеб, естественно, должен меняться. Наверное, как меняется все в этой жизни. Мы ни в коем случае не поменяли классические виды хлеба, оставили с теми же рецептурами. Да, наш хлеб горчичный, зерновой, где максимально вкус и аромат мы добавляем за счет натуральных ингредиентов. Хлеб горчичный – это натуральное горчичное масло. Хлеб зерновой – все понимают, что в нем натуральные семечки. Сегодня мы отработали новую немножко тенденцию. Это применение посыпки сверху с применением кунжута, льна. Это действительно сегодня много об этом говорят. Это полезные виды, они действительно приносят пользу организму. Благодаря современному оборудованию и традиционным технологиям производства хлебобулочной продукции, как из пшеничной, так и ржаной муки, использованию высококачественного сырья, вся продукция хлебозавода номер 10 отличается не только высоким качеством и вкусовыми свойствами, но и сохраняет свою ценность и полезность за счет использования натуральных ингредиентов. Среди новинок, которые уже успели по достоинству оценить покупатели, батон «Мозаика», хлеб «Закарпатский», батон «Хмельницкий». Сочетание многовековых традиций и новейших технологий приготовления хлебобулочных изделий придает батону «Хмельницкому» белоснежный мякиш, великолепный вкус, а также привлекательный внешний вид благодаря обработке поверхности кунжутом, полезные свойства которого известны испокон веков. В полезный состав семян кунжута входят углеводы, аминокислоты, белки и витамины А, В, С, Е. Также кунжут богат кальцием, фосфором, железом, калием, магнием и другими минеральными соединениями. Пикантный вкус хлеба закарпатского связан с его уникальной рецептурой, использованием натурального сырья отечественных и белорусских производителей, многофазным процессом приготовления. Благодаря всему этому дольше сохраняется свежесть хлеба, а входящие в состав солод, тмин и кориандр придают ему изысканный аромат. В состав хлеба «Закарпатский» входят и картофельные хлопья, а поверхность изделия покрыта пшеничными отрубями. Картофельные хлопья не только вкусны, но и полезны. Их химический состав разнообразен. В него входят витамины группы В, А, Е, С и К, а также бета-каротин, ненасыщенные жирные кислоты. Отруби благоприятно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и содержат огромную пищевую ценность. Гурманы сладкого могут насладиться вкусом сдобного хлебобулочного изделия батона «Мозаика» из пшеничной муки с добавлением изюма и цуката с ярко выраженным ароматом ванили. Хотелось бы обратить внимание, вся хлебобулочная продукция хлебозавода номер 10 тестируется в собственной производственно-технологической лаборатории. Здесь осуществляется контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на всех стадиях технологического процесса. Кроме того, за производство продукции высокого качества, оригинальную рецептуру и постоянное расширение ассортимента хлебозавод номер 10 получил множество заслуженных наград и дипломов. Но самой главной наградой, пожалуй, для всех специалистов предприятия есть и остается признание и уважение покупателей.